Сорт томата «Гребешки». Вот такой вот великан, красавец. Вообще обалденный сорт. Относится к высокорослым сортам. Высота куста может достигать до 2 метров. И относится он к средне-ранним по созреванию. Помидоры напоминают сердцевидную форму, заостренные к низу. Средняя масса плода может быть от 200 до 250 грамм. Но в кистях могут быть отдельные помидоры до 450 грамм. Бывает, конечно, и поменьше. Могут быть томаты и 150 грамм. По вкусу эти томаты более сладкие, чем кислые, можно сказать. Отличный салатный сорт для приготовления и салатов, и соусов. Куст у этого сорта тонкого строения. И выращивать этот сорт можно в 2 стебля. Даже если лето выдается не очень хорошим для выращивания томатов, то этот сорт все равно дает стабильный урожай, и все томаты вызревают на корню. Но у него есть отличительная особенность у этого сорта. Он очень любит солнце. Урожайность у этого сорта тоже очень высокая. Сорт называют гребешком, потому что по форме он напоминает как гребешок у петушка. Вот такой вот красавец. В разрезе томат имеет вот такую вот структуру. Очень мясистый. Поэтому если сделать с него густой соус, это вообще будет великолепно и по вкусу, и по консистенции. Отличный сорт для выращивания в открытом грунте и в теплице. Всегда будете с урожаем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.